Я Иван. Я сегодня хочу рассказать о продвинутых настройках дилея в Line 6 под HD 500. Эти же настройки подойдут для любого цифрового дилея других производителей. Мой дилей настроен таким образом, чтобы создавать однократное эхо такой же громкости, как и изначальная нота. Давайте посмотрим поближе, как это сделано. Окей, как вы видите, я использую модель Digital Delay. Это цифровой дилей, не искажающий звучание. Время дилея выставлено в 1/8 от темпа глобального. Это я сейчас попозже покажу. Фидбэк на нуле, для того, чтобы был только один повтор. Бас трибл. Это по умолчанию. И микс 75%. Это означает, что повторенная нота будет звучать с такой же громкостью, как и изначальная нота, как и оригинал. Если поставить микс 100%, то повторенная нота будет звучать в два раза громче оригинала. А если 50%, то в два раза тише. Если нажать и держать кнопочку View и перейти на шестую страницу сетапа, то в разделе темпа можно увидеть тот основной темп, от которого идет синхронизация дилеев, у которых указано в качестве скорости, в качестве тайма не миллисекунды, а некий темп. Вот отсюда этот темп берется в цифровом значении. Но также и его можно регулировать функцией Tap Tempo. На второй странице настроек у меня функция Tap Tempo LED сделана ON. Это значит, что кнопочка Tap у меня мигает в соответствии с тем темпом, который установлен либо ручечкой вручную, либо тапанием по кнопке, нажиманием тапком, что называется. Вот я сейчас понажимал, и вы видите, что темп изменился с 60 до 103,5 бит в минуту. Можно подровнять, допустим, до целых долей, до 100 бит, уже при помощи регулятора вот в этом экранчике. Нажав View, возвращаемся в начальный экран. Для других моделей дилея, например, стерео дилей, также время можно устанавливать как в нотах, так и в миллисекундах. Вот сейчас у меня стерео дилей с левой стороны выставлен 8-й ноты от 100 бит заданных в глобальных настройках, а время правого дилея 911 миллисекунд. Здесь я, крутя налево, могу выбрать его, допустим, в четверти. У меня в левой колонке будет дилей лупить в два раза быстрее, чем в правой. Фидбэк 0 и микс 75. Приятного вам заделеивания!